Добрый день, друзья! Свадьба – событие настолько важное и долгожданное, что многие решают не ограничиваться одной и к тому же самой простой церемонией. Сколько длился самый короткий брак, а сколько самый длинный? И еще много необычных брачных подробностей в этом видео. Самое массовое бракосочетание состоялось в 1999 году в Сеуле. Тогда 40 тысяч пар приверженцев церкви единения преподобного Муна, которая по факту является сектой, одновременно произнесли сакраментальное «да». Пикантной подробностью является тот факт, что женихи и невесты в большинстве своем даже не знакомы до момента бракосочетания. Пары сортируются по божественному принципу руководителями секты. Можно сказать, поженились, заодно и познакомились. Последняя массовая свадьба состоялась 20 февраля 2016 года, и на ней собралось 15 тысяч пар со всего света. Дэвид и Лорен Блэр – супружеская пара из Америки. Очень любят друг друга настолько, что на протяжении 30 лет совместной жизни сочетались браком более 100 раз. Особого повода им для этого не нужно. Как правило, они справляют свадьбу в день Святого Валентина, утром 1 января каждого года, под Рождество и 29 февраля, если в году есть этот день. Подводные бракосочетания последнее время стали очень популярными, причем не только среди дайверов, но и для любителей привлечь к себе внимание любой ценой. Ну вот свадьба Франческо Коломби и Джампиро Дженокаро, которая состоялась у пляжа Маркон, расположенном на острове Эльба в Италии, в июне 2010 года оказалась даже на страницах Книги рекордов Гиннесса. На бракосочетании под водой присутствовали 261 дайвер. Дизайнер Космина Энглизиан из Румынии попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря созданию необычного свадебного наряда «Кристальная мечта». Ее уникальное подвенечное платье украшено 55 тысячами кристаллов Сваровски и жемчужинами. Это платье весит около 12 килограммов, оно было пошито с использованием 35 метров кружева. Работа над платьем заняла полгода, а его себестоимость составляет чуть более 30 тысяч евро. Книга рекордов Гиннесса пополнилась еще одним рекордом в номинации «Самый оригинальный шлейф свадебного платья». Дизайнер одежды из Румынии Иоана Каманеску за 2,5 месяца сшила платье больше 1,5 километров длиной. Наряд украшен 7 тысячами кристаллов Сваровски. Несмотря на такие трудозатраты и оформление, стоимость платья оказалась весьма невысокой – чуть более 5 тысяч долларов. Самая длинная свадебная фата невесты была у Сандры Мечлеп, которая выходила замуж за Чади Абияниса в Ливане. Длина этого свадебного аксессуара составляла 3358 метров. Автором этого невероятного свадебного наряда был дизайнер Джиани Маларо. Фату держали сотни людей. Всего на свадебной церемонии присутствовало не менее 20 тысяч человек. Главную свадебную дату столетия, 7 июля 2007-го, активисты всероссийского объединения Hyundai Accent Club отметили рекордом из самого длинного кортежа. Именно такой подарок они решили преподнести своему одноклубнику в знаменательный день. Стартовав из Москвы с Боровского шоссе, 102 автомобиля стройной колонной отправились в ЗАГС подмосковного Троицка. Самый большой свадебный торт был изготовлен в нидерландском городе Оммен. Над созданием сладкого шедевра трудились 75 человек. Его высота составила больше 18 метров, а вес десерта перевалил за 5 тонн. А вот самый дорогой свадебный торт был создан в одной из кондитерских в Беверли-Хиллз. Его стоимость составила 20 миллионов долларов, ведь сверху шедевр был усыпан настоящими бриллиантами.
Необычное бракосочетание состоялось в 2011 году. Рос Паллард, 90 лет, и Форест Лунсвей, 100 лет, решили пожениться, не испугавшись столь преклонного возраста. В 2001 году Лунсвей сделал даме предложение, на что получил ответ. «Я выйду за тебя, когда тебе исполнится 100 лет». Рос не предполагала, что жених запомнит ее обещание и уж тем более, что доживет до сотни. Друзья, пишите в комментариях, что самого необычного было на свадьбах, которые вы посещали или были сами виновниками этого необыкновенно красивого торжества. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Если вам понравилось это видео, продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем пока и до новых встреч!